Ага, это вот ест листву и создает РФ-энергию. Так, блин. Это значит, мы сдаем сюда. Это больше у нас ничего и нету такого, чтобы сдать. Это сюда, сюда. Кварцы скидываю сюда. У меня же кварца сейчас много, да? Песок, камень. Это сюда. Земля не тут у меня. Снег, алебастр. Алебастр. Так, это сюда. Это сюда. Это растительность, это что снег, вот этих полно, что с ними делать, я даже не без понятия. Так, это мы скидываем, скидываем, скидываем. А, извините, идем, скинем вот этих вот свинюшек. Вот, у нас, как всегда, есть Golden Lasso. А, тут я забыл сделать, в принципе, мне пока мисс не надо. Так, это сюда можно скинуть. Ай, растительность у нас вся вот тут. Земля тут. Землю я пока не произвожу. Это сюда. Так, еще может можно зарядить. Так, давай заряжайся. По-быстрому. Вот так вот по чуть-чуть и заряжу ее. А, ты еще заряжаешься довольно-таки быстро. Ну, ты съела, ты съела. Ты кушаешь. Ладно, еще тебе ведро дадим. А, у меня ведро есть. Чпок. Ну, самый выгодный этот. Я мог бы еще помощнее апгрейд поставить. Он вообще бы мне энергию давал бы, ё-моё. Ну, я же ленивый, я не очень хочу. Так вот, кстати, видите. Везунчик рыбак, печать души, починка. Вот с этой бы снять вот эту починку и положить на что-нибудь другое, было бы... Ай-яй-яй, как хорошо. Так, удочка. Ну, что у меня по опыту? Нет, это не тут. Так, если ложим удочку, везунчик. Везунчик. Везунчик рыбак 3. Что она еще дает? Печать души. Печать души превращает потерю предмета. Предотвращает. Ага. Вот что такое везунчик рыбак 3. Ну, ради этого 18 уровней. А еще с моими запасами без проблем. Так. Кушаем. Ну, думаю, стоит. Опыта у меня немерено. Конечно, когда понадобится, его столько не будет. Так, починка 2, наверное, не будет починки 2. Она только одна единственная, да, починка, так что невыгодно. Ну, вот за счет опыта и это скидываем сюда. Ой, а зачем я это сделал, не знаю. Так, удочку мы можем. Печать души, это значит возвращение предметов. Хорошо, так, пошли к нашим. А, вот еще кожаная можно. Кожа сюда. А вот ботиночки есть. Две пары ботинок. Сделать одну целую. Зачем они нужны? Я не знаю, кожаные усы. Что-нибудь используется? Не, ничего не используется, только кожу получить. Ну ладно, будет костюмчик. Вот, как видите. Кожаные ботинки имеем. Так, пошли к нашим Андрюшам. Что-то не то нажимаю. Телепорт. Андрюш, когда меня тут нету, не спавнится. Ладно, вот. Видите, сколько дают всякого полезного. У тебя есть что? Есть. Где Андрюши? Не знаю. Так. О, у нас опять там свинка. Так что свинина у меня не проблема. Так. Ну, быстро ты сломаешься, меч. То есть ферма эндерманов работает как положено. 21. Ну, то есть сейчас ломается. 16, 17. И поставим вот этот вот
крутой меч. 2000, а у этого 2500. Ну, делается он неплохо, но зато урон побольше. Все. Давай. Так, хорошо, это поменяли. Так, дальше насчет пчелок. Что у нас там слышно? Так, пчелки у нас работают. Но для того, чтобы ими хорошо заняться, мне надо... Ой-ё, что тут творится? Вот тут уже начался бардак, поэтому надо биолайзер, чтобы проверять, какие пчелок оставлять, какие уничтожать. А то мне их вон... То его хуча, а толку никакого. Вот эти вот чистые породы. Так, и для скрещивания, если когда будет заниматься пчелками, лучше использовать чистую породу. Так, зимняя принцесса, вот они. Вот. То есть вот низкая порода, она дает мало сот, почти что ничего не дает, и она плохо влияет на скрещивание. Чистая порода, вот она предназначена чисто для скрещивания, потому что низкая порода, она исчезнет. Я вот там не помню, как они называют. Чистая порода, видите? Чистая. 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 И чистая. Вот одна низкая, вот она со временем и сдохнуть может. Так, идем. Так, наши пауки. Тут я с ними так ничего и не сделал. Так, что нам тут понадавали? Вот по чуть-чуть железо идет. Тут все нормально. Тут тоже. Ай-яй-яй. Так, ничего не дали, ничего не дали. Вот. Вот так вот и развиваемся. Ну, эту серию пишу чисто уже как серию. Нарезать не буду, наверное, сколько запишу, столько и выложу. Вот. Осталось показать вам только еще моих пчелок других. Ну, это кому интересно. Вот. Так, отвлекли меня. Так что, чем я тут закончил, я уже не помню. Вот. Так, хотя мы можем попробовать сделать ботанический магнит еще к тому же. Вдруг они когда-нибудь снимут этот самый... Сразу. Да, сейчас ты мне не нужен, так что давай, тяни. Вот, ботанический магнит. Как он у нас делается? Actual Edition мне не надо. Магнит ботанический. Так, это надо линзу. Линза это у нас... Ага, стекло и 4 мана стали. Стекло, мана стали у меня где-то была. Вот она, 8 штук я ее нашел. Раз, два, три, 4. Так, потом железо, золото, по-моему. Сильвер, железо, золото. Блин, золото мне хоть... Что хочешь с ним делай. Так, золото, железо. И получаем линзу. Потом этих 4. И вот оно, наше магическое кольцо. Его плюс, что можно одеть сюда. А этот, ой, а этот, по-моему... Интересно, а это одеть сюда можно? Нет, это одевается сюда. Ну, для того, чтобы оно работало, нам надо... Этот самый мана, хотя у меня мана первого до хрена, мана патрийка, короче, делается она следующим образом, ну это как бы аккумулятор, берем вот эти камни, окутываем, вот, окунаем этот, кстати, мана сталь делается из железа, это уже так, тем, кто не знает вообще, о ботании ничего и чисто через меня учится,
Хотя не раз пока кидаем, получаем мана слиток. Вот, теперь берем батареечку, делаем. Можно использовать мана алмаз или мана жемчуг, но я использую жемчуг. Вот теперь так, это сюда, где моя посох. И переключаем из бассейна маны в аккумулятор. Вот, с шифтом. Кидаем вот эту штуку сюда и наполняем ее энергией. Как бы маной. Да, она вот сейчас пропитается. Ну ладно, пускай она тут болтается. И у нас получается как бы магнит. Ну, это альтернативный способ получения. Как видите, у нас тут еще какие-то есть. Это магнит. Эндеркристалл. А это там фибитер какой-то тут еще. Вот, только я не знаю, он требует чего-нибудь или не требует. Он вот так вот и работает. В общем, магнитов у нас хватает. О, и все, он высосал. А теперь благодаря этой штуке у нас будет работать вот этот вот кольцо магнетизма. И если я, допустим, из вот этой вот маны стали, вот он, сейчас сделаю себе броню. Вот видите, по ноже броня, она не будет ломаться, пока у меня есть мана. И я вот эти вот также оружие, вот эти вот пояс странника, хорошая вещь. Но это все очень долго делать. Ну и короче, пока у нас есть вот эта батарейка полная, будет тратить ману, а не прочность. И кстати, я увидел, вспомнил усы манопилоны. Вот это я хочу под конец сделаю, и все будет, наверное, сегодня. Так, раз, два, три, четыре. Раз, два, три. И два алмазика. Да. Вот манопилоны я хочу увидеть сейчас, почему. Так, как раз мне придется сейчас немножко маны отдать, потому что я слишком тут резвый. Так, забирай, кидай ману, дай маны. Маны. Так, ну, наверное, хватит, да, чуть отдал и хватит. Так, мне надо два мана этих. Этих и вот этих четыре. И делаем манопилоны. Для чего они нужны? Сейчас увидите, такая штука. Вот кто играл в StarCraft, это, наверное, будет им знакомо. Вот, видите, сколько места занимает. Сейчас берем топор. Не топор, надо брать шелковое касание, желательно, наверное. Сбиваем ящики. Да, кстати, выпал мне этот вот зелье варенье, но я пока пользоваться не могу, у меня нету топлива для него. В 1.10, если кто не знает, надо топливо сюда, blaze powder, положить. Больше сюда, по-моему, ничего не подходит. Вот, а blaze powder я пока не срастить не могу. Блин, интересно, я маяк запустить могу? У меня золото есть. Мне надо 9 на 9. 9 на 9. 81 слиток золота. Бум. Так, ты мне... Ай, шелковое не обязательно. Так, ты мне не подходишь в качестве. Так, манопилон. Интересно, ты сюда встанешь? Ага, встал. И этот встал. Хорошо, они у нас стоят. Так, ты, значит, идешь сюда. Вот. И, в принципе, это можно сбить, чтобы было более красиво. Вот. Значит, ставим сюда фундутек. И вот это все магическое мы скинем сюда. Да. Так, вот это. Зелеварение и наковальня. Ну, пока она мне не нужна, поэтому тут пускай лежит. Так, а сколько же у меня блоков золота вышло бы? Золото блоков 51. Мне надо 9 блоков золота, чтобы активировать маяк.
Щук 7. Так, если что, я же всегда разобрать могу. 2, 3, 9. О, хорошо. Так, 30. Так, 9 золотых. А, еще один надо слиток чего-то, чтобы активировать. Золото неохота. Ну, изумрудов у меня дохренища. Может, они где-то и понадобятся, но пока здесь нет. Так, что мне тут такое? Маяк. И он должен видеть небо же еще. Жиж должен. Так, ну поставим его тут. Не знаю, почему я его тут ставлю, но поставлю тут маяк. Надо поставить. 3. Маленький. Так, 2, 3. Ставим маяк. Activated. Ну, вот, сработал. И что мы можем на регенерацию у меня будет работать? Скорость или спешка в копании? Скорость. Скорость мне, в принципе, тут не нужна. Давайте скорость активируем. Что было? Скорость activation. Ну. И вот, спешка работает. Очень удобная вещь, допустим, для копания. И что было? Спешка сработала, да? Вот. Эй. Кто-то не то нажимает что-то. Так, ставим вот эти, делаем. Так, я так хотел пчелок показать, я не показал. Надо кинуть. Ну, сейчас проверим, работает ли моя. Ну да, вроде бы как работает. Не понял. Лицо мамы. Так, ты иди сюда. Ладно, идем покажу пчелок и почему мне надо именно делать. Ай, да. Что тут, на чем тут показать? Ну, допустим, берем кожаные ботинки и... Опа! 30 уровень доступен благодаря таким двум манопилонам. То есть эта штука занимает меньше места и выглядит намного эстетичнее, чем книжные полки, которые можно поиспользовать совсем в других вещах. Вот. Так, и вот там у меня пчелки растут. Сейчас я покажу. Надеюсь, покажу, что это. Так, а я там дырку задел, где-то тут дырку пробивал. Ага. Вот пчелки. Вот, видите, монашище трутень, чистая порода. И вот, чтобы мне их сейчас с кем-то скрестить, надо смотреть, какая выгоднее. А я этого сделать не могу. Низкая порода, видите, не дает. Низкая порода. Чуть-чуть меда. И вот низкая порода, тоже чуть-чуть меда. Тут можно, конечно, на ура делать. Но я не хочу рисковать пчелками, потому что это тоже содержит монашечий трутень. Вот, и у этой сейчас быстрее всего тоже гены. Надо будет в следующей серии заняться, наверное, производством форестли. Немножко что там такое видел. Так, и все же, наверное, кольцо вот это возьмем. Оно как-то дешевле все же. О, вот она дырка. Как я проскочил? Кто мне скажет, я же тут бежал и не упал. Странно. Или я так прыгал? Черт его знает. Вот, значит, это был Альвинос ЛТА из Литвы. Кто не знал, ЛТА означает... Теперь вы эту сборку можете скачать на этой лаунчере и на курс Forge.
на курсы, или как это называется. Так вот, вообще-то было бы неплохо автоматизировать. Вот. И теперь вы знаете, что если у вас какие-то проблемы с модами, и вы уверены, знаете, что это за мод и из-за чего у вас проблемы, вы чисто можете написать автору, и он, если действительно проблема есть, он ее исправит. Так, вот, почти что целая зарядка. Хорошо. Ну что, под конец идем посмотрим, как там наш Андрюша поживает, телепорт. Тут сейчас биться будет. Ой, видите, бьется. Я сам подойти не могу. Шам боюсь. Так. Вот. Ну, чуть набило. Хорошо, теперь телепортируемся домой и идем сюда. Надо будет, наверное, и там меч такой же сделать, да? Не, у меня там крутой меч, который, наверное, уже сломался. Хотя у меня есть новый меч. О! Ту-ту-ту-ту-ту. Ай! Чё? Взял, сам умер. И поскольку у меня тут темно, я начал разводить тут грибочки. Конечно, есть другой способ их. Вот. Видите, у меня тут есть грибочки. Я их так вот сажу и собираю. Три гриба, и они разводятся. Так, вот. Все тянет, все работает. Вот, по чуть-чуть железка идет. Этот еще есть. Надо вот сюда будет пару, немножко больше апгрейдов сунуть, чтобы он везде их фигачил. Так, что у нас тут с этими пчелами? Они, наверное, спят. Да, спят. Вот. Так, я все пишу и пишу, а время идет. Ладно. Ну, апгрейды, они делаются быстро. Хотя можно... Так, апгрейды 38 этого. Древесина. Древесина у меня где-то была. 64. Так, вот, ложим, берем это. Берем это, апгрейды. 8 апгрейдов. Камень. Камень вот в этой вот печке нажарил много, поэтому у меня с камнем проблемы нету. Так, 8 апгрейдов еще засунул. Хай он их там лупит всех и везде, а то они там стоят без толку. Вот, и надо будет придумать что-то с этими пауками. Эй! Эй! Как их убрать сейчас? Сейчас подойти не смогу. Ай! Обновил, блин. Как он работает? Он будет раз. Не, надо тут убрать этих 10 апгрейдов, это за много. Значит, он бьет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, ой-ой-ой-ой. Ты на меня не ахнешь, ё-моё. Ладно, работает и работает, фиг с ним. Тут надо будет этих товарищей как-то гасить. Ладно, хотя мне не очень-то и нужны. Так, поели. Вот. То есть сегодняшний день, хорошая новость. Сборку починили, она более стабильна. Плохая новость, убрали простенький магнит, который, как видите, я без проблем обошел. Так. Это сюда, это у нас сюда, ладно. Вот, это был Альвинос. Это был Альвинос. Если понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии. Пишите, чем мне тут можно. Подсказывайте вообще-то. Тут же моды все новые, я их тут, в принципе, половины не знаю. Вот этот вот мод разобрал, и то еле-еле его понимаю. Так, чем полезно набрало? Нет, ничего нету. Вот, так что пишите. Потом, наверное, будем делать
Чем я тут занимался? Я уже сейчас не помню. Ай, я делал вот эту вот, и мне надо... вспомнил. Ладно, всем пока. Спасибо за то, что смотрите. Увидимся.